Итак, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Иван Золото 2004, я музыкальный исполнитель, твич-стример, лайкер, тиктокер, ютубер. И сегодня мы с дедом будем в твичевой, в смысле в чат-рулетке. Нихуя себе, это ж чат-рулетка, это же мой любимый формат, ты что? Ты настолько, так сказать, решил помочь мне, что решил выйти со мной в моем формате, я правильно понимаю? Я на самом деле был раньше в чат-рулетке. Я понял, я правильно понимаю, что ты первый в мире придумал формат чат-рулетки? Ну, да. Но сейчас будем разносить контента! Сейчас ты готов ебашить, я правильно понимаю? Да, типа вот так. Я вижу, что тебя заводят эти гачи-мучи движения, но мы с тобой давай все-таки сосредоточимся на каких-то более, так сказать, интересных вещах именно в чат-рулетке. Ну что же, давай, стартуем. Как дела? Ну скажи что-нибудь. Что делаешь? Ну скажи что-нибудь, пожалуйста. А, нас слышно? Нас слышно? Алло. Подожди, ты умственно отстала или что происходит? В смысле? Здорово, почему в шлеме? Ну просто дебил, блядь, сидит в чат-рулетке, вот и поэтому и в шлеме. Ну, потише, не оскорбляй его. Нет, а в чем оскорбление? Это ж чисто, ну так сказать, по факту. Да? Ладно. Пизда. А что с ним происходит? Почему их парализуют, блядь? Вы можете хоть что-то внятно ответить? Алло. Бра. Смотри, какое лицо, как из ужастика, блядь. Пиздец, блядь. Как ты живешь с такой ебучкой? Я хуй знаю. Так, ну ладно. Стесняшки. Ладно, переключаемся на Украину. Великорусы обстрел спермой. Все, сейчас. Давай. А мне не будет новая стычка там, ну там. Тебе ничего не будет вообще, не ссы в трусы, блядь. Ладно. Twitch стример, лайкер, тиктокер, ютубер. Ну, так бывает в рулетке, ты подожди, не все сразу, так бывает, тут иногда можешь часами сидеть переключать эту хуйню. Как дела? А что с ебучкой стало у вас? Посрали, что ли, блядь, или что, я не понял? Это пизда. У тебя на голове или что? Да. Я понял. О, ничего себе, ну круто. Что, пацаны, тут делаете, потрахали, что ли, лежите в кровати или что? Да, да, мы не пойду. Кто актив, кто пассив? Я актив, он пассив. А Ваня, кстати, Ваня, ты актив или пассив? Я актив. Поэтому я тоже актив. Можем как-то встретиться где-то. За гаражами можно встретиться. Можем у нас встретиться. Я актив. Вань, поедешь есть манты и пасти коз? Ну, манты я, конечно, с удовольствием поел бы, но пасти коз это не мое. Почему? Ну, я еще это не старый. Ну смотри, вот я старый, я разве пасу коз, как ты считаешь? Подожди, то есть ты думаешь, что я всю свою жизнь, то есть все, чем я занимаюсь, это стримлю с Иваном Золо и пасу косы, правильно? Кто я? Конечно, ты со мной стримишь сегодня 24/7. Да ты через час уже устанешь. Понимаешь, я сегодня не устану, потому что я вообще сегодня выспавшийся. Выспавшийся и еще, наверное, писю подрочил как следует. Джага, Джага. Что Джага, Джага? Ну, неважно, короче, не давай важно. Дальше. It doesn't matter if you know what I'm talking about, yes? Короче, причем, чем мужчина, к чему не кончу, мужчина пошумит. Yes, yes, thank you so much, my friend. All right, we can speak English in the United States, you know? Just, we can go. А ищи ты... Кончу мужчина, кончу мужчина. Хочу мужчина, почему шу-шу-шу. Yes, yes, I agree with you, my friend, yes. All right. Ой, извиняюсь. Вань, ну ты чё, охуел? Мы же на трансляции. Я её не ел, но я могу съесть тебя. Видишь, а я призрак коммунизма, ты мне даже ничего не смог сделать. Так, ну что ж, мы стартуем дальше. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Чем как дела? Нормально, всегда. Ты мальчик или девочка? Девочка. Я понял. Понятно. Чё расскажешь нового? А всё? Реально? Ну, блядь, да. Нет, нереально, нахуй, ты во сне. Конечно, реально, блядь. Да, это реально. Я, собственно, как учишься на оценке? Подожди, скажи привет. Привет!
Вань, подожди, она тебе манипуляции, ты не повторяй все за ней, она тебе сейчас скажет сказать «Слава Мерлоу» и все, не пов... на манипуляции не попадайся. Нет, подожди, передай привет Ане. Подожди, а ты что, стой, а ты что сделаешь? Давай мы передадим привет, да. если ты сейчас танцуешь, а я спою песню, а ты будешь танцевать, танцуй. Давай, танцуй. If you kiss me, no girl, that tears me, your girl, that give me your touch, that give me your smile. Славянский зажим яйцами. Еще, блядь, еще! Он не передаст... Я не могу. Еще, мне давай, еще. Короче, стой. Ане перейду привет. Не слушай, деда, он старый уже. Ты должен быть за меня, для Ваня. Этого времени. Ох ты, сука, ясосина, а? Ты должен быть за меня, я Ванек. Я не могу, потому что у меня растяжение ноги. А, маленькая моя, прости, все, извиняюсь тогда, конечно. Тогда танцуй еще сильнее. Еще более усиленно, так сказать, в лучшем ты... Ой, короче, не усугубляй ситуацию, иначе ей будет больно. Вань, ты давай это... Ну, ты очень добрый человек, кстати, на самом деле. Я, если честно, очень удивлен. Ты молодец. Стараюсь. На нашем стриме происходит что? Дед это... Ты наваливаешь так кринжа, как будто это не кринж, а вообще, знаешь, ну, ты заставляешь девчонку танцевать, когда у нее болит нога. Так, просто с тобой. Понимаешь, это то, чем занимаются женщины вообще в жизни. Они должны убираться, мыть посуду и танцевать. Все, других функций Дед, у них нет вообще. Почему не на камеру Ивана? Понял. Окей. Молодец, дедушка, все, молодец, спасибо. Дедушка, молодец. Спасибо. Здравствуйте. Что там такое у тебя, дружище? Что ты не видел людей или что тебя удивляет? А ты какого хуя в куртке сидишь в помещении, блядь? Замерз, что ли? Батареи прибавь. Да, потому что у меня двери открыты. Потому что я курю в помещении. А какой ты дверь открыл? А если к тебе сейчас с подъезда зайдет... Чтобы не вонять в помещении, я же курю в помещении. А, ну то есть с подъезда запах он так вот утягивает, что вся квартира... Нет, в подъезде, я в доме живу. Да, дедушка. Живешь в доме и открыл двери, и ты думаешь, что если ты куришь с открытой дверью, то все, запаха не будет вообще. А то, что вещи провоняют, вся квартира, то, что обои впитывают, ты знаешь это? А у нас минимализм. У нас стиль минимализм. Ну так все равно все нет, впитывает. Нет. Ну нет, ладно, дедушка, тебе виднее в любом случае, наверное. Раз твой же дом, правильно, что я со своим уставом в чужой дом лезу, правильно? Кайфово. Конечно, чего? Кайфово. Вечер вкладу хотя бы. Ну, давайте, представьтесь. Меня зовут Иван Золо, я музыкальный исполнитель. Давай представляйся правильно. Подожди, ты, ну, послушай его. А, я музыкальный исполнитель, твич-стример, лайкер, тиктокер, ютубер. А я просто его дедушка. А можешь то же самое на руках сделать? Ну, типа, как там, в Америке, вот так как. Можешь так? Типа вот так, да. То же самое, что ты сказал, только на пальцах. Ну, ты имеешь в виду на языке. Посмотри, музыкальный исполнитель. Можешь повторить? Твич-стример, лайкер. Тиктокер, ютубер. А это я и говорил о Гитлере. Ну вот так тебе понятнее стало? До пяти досчитал. Не, он тебе показал то, что ты тупой, он тебе на языке жестов показал, как смог. Понимаешь, он же не знает язык жестов в совершенстве. Он для тебя, как для Дауна, показал на языке жестов, как правильно. Понимаешь, извините. Сейчас понятнее стало? Немножко разобрался? Я вижу, что тебе тяжело, поэтому давай немножко можешь пока откиснуть и съебаться в ужасе отсюда. Вот и все, Вань, видишь, обоссал ты его просто как смог. Привет. Как дела? Нормально. Чем отлично. Окей. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Как у вас дела? Да ничего, пойду. Прическа охуенная, мама подстригла. Что еще раз? Прическа, говорю, классная, мама подстригла. Меня? Нет, парикмахер. Ну, мама парикмахер, наверное. Ну, просто классно подстрижен. Я вообще завидую людям с волосами, потому что, ну, как видите, у меня, блядь, волосы оторвало. Ну, хуй знаю. Ну да, мать, наверное, парикмахерша. Или кто, я не знаю, как ее вызвать. Ну, мама просто можно. Чем занимаетесь здесь? Здесь? Смотрю на людей, как дела у них. Я понял. А как у вас дела? Да вот, сидим тоже, так хоть решили пообщаться, вечерочком зайти. Ага. Да. У меня просто... Сами-то откуда? Москва. Подмосковье. В смысле, ты же с Москвы был? Я с Подмосковья. А, все, с Подмосковья стал. Хуй, был в Москве, стал Подмосковье, да? Нормально тут. Ну, видимо, да, видимо, Москва сузилась, и вот.
Сдулась Москва, короче, стала Подмосковье. Нормально. Типа того, да. Нормально. Ну ты разъебаешь, конечно, вообще, блядь, обосраться можно. Так, ну это я его так затроллил, Вань, конечно. Ну это я понял. Я, конечно, мог бы тоже как-нибудь затроллить, но для меня это взрослый человек. Да его епуху вообще, это чат-рулетка. Ты немножко в ужасе или что? Я не понял по твоему выражению лица. Нет, я как бы ощущаю, знаешь, немножко кринж и, собственно, тревогу. А почему? А тревога-то откуда взялась? Ну, тревога, как будто сейчас что-то у кого-то бомбанет. Привет. Здорово. Нихуя ты, блядь, этот гигачат. Ничего себе у вас голос, как у Геракла. Слушай, а на кого он из Марвел похож? На Халка? Ну слушай, он похож на Халка. Хуялка, блядь. Или... А, ты хуялка? Чего? Он хуялка, понимаешь, Ваня? Он сейчас начинает себя хуялка. Кацапы, идите нахуй отсюда. Не, ну ты... Алло. Больше похож на Капитана Америку. Кацапы, идите нахуй отсюда, кацапы. Я понял. А что ты обзываешься? Нет, спасибо, мы сегодня туда не пойдем. Мы завтра пойдем. Да, мне действительно сейчас смешно было с человека. И я как могу рофлить еще. Найс. Ищем. Давай. Прими к этому персонажу. А что не работает? Это что такое? Мы пока, Вань, с тобой в активном поиске. Да, мы в активном поиске. Пока что ищем. Прости, я не могу. Как дела? Ему тяжело общаться. В смысле? Короче, вы меня понимаете, меня зовут Ваня, ну, собственно, как у вас делишки, что вы делаете? Ваня зоофил? Правильно? Стоп, что? Не, вы неправильно поняли. Я нет. Меня зовут Ваня Зола. Короче, как прошел у тебя день? Ваня зоофил. Ты? Нет, ты ошибся. Я не этот самый, который ты меня понимаешь. Я не мог помолиться. Ты точно Ваня зоофил. А ты-то с чего взял? Я что, обожаю тебе животных, что ли? Маски снять, хлоп. Если вы не стыкуете. А, тебе маску снять? Хорошо, я снимаю перед тобой маску. Теперь ты довольна, девочка, блядь? Видишь, Иван перед тобой даже маску снял. Теперь ты довольна? Или что, ты блядь? Девочка. Ты девочка, блядь, ёбана. Ты теперь... девочку увидел. Ну вот, в камере у меня здесь отражается. Вань, похож ведь на девочку, согласись? Ты с Ваней зоофилом сидишь и вообще радуешься жизни. Ну да, да, он радуется жизни, я тоже радуюсь жизни, но я животных не люблю. Ну он, видишь, он, как сказать, по себе судит, видимо, решил, что вот, и от слабости отключился. Это, Вань, это нормально здесь, ты это не воспринимай вообще всерьез, этих людей, можно сказать, не существует, понимаешь? Они за миллиарды километров от тебя, и вообще, похуй, они несут всякую ересь, им здесь главное, чтобы тебя задеть как-то. Они будут говорить всякие гадости, ты можешь просто, ну, нахуй их слать и все. Ну, слать я их не буду, я просто поугараю над ними. Ну, ты просто сейчас его уничтожил медийно, я считаю. Когда ты, да. Когда ты перед ним снял маску, это было просто уничтожение. Да, ну как-то слабовато я это сделал, но я постараюсь как-нибудь посильнее. Да схуяли слабовато, по-моему, вполне себе разъебал ты так прям не кисло. О, ничего себе. Ой, ну только не обосритесь, девчонки, сейчас. Как у вас делички, что вы делаете? Как тебя зовут? Меня зовут Ваня. Тебя зовут Ваня? Алло. Да, меня зовут Ваня, но не Алёша же. Да, меня зовут Ваня, но не Алёша же. Сейчас, подожди, стой, не слышно. Секунду. Не слышно? Да нет, вроде бы меня хорошо слышно. Подожди, у нас не слышно. Они
Вот, и у них лагает камера жестко, у них, ну, то есть это нормально. Нет, останови сейчас камеру. Ну, то есть это нормально. Нет, останови сейчас камеру. Вот что думают люди, когда мы их отключаем? Они думают, ну все, такова судьба, значит. Ну, не знаю, мне их как-то жалко. Почему? Ну, упустили шанс со мной пообщаться. Ну, есть такое, Вань, ну смотри, но у нас с тобой идет стрим. Мы не можем же ждать, пока у них камера перестанет глючить, согласен? А, да, я согласен с тобой. Ремейк зомби-пауков, не знаю, намечается сегодня или нет, но, Вань, вот многие спрашивают люди, когда будет ремейк зомби-пауков. Александр Владимирович, спасибо большое, Саш. Ремейк зомби-пауков? Вы действительно хотите ремейк зомби-пауков? Это же не актуально, мне кажется. Вань, все мечтают, чтобы хоть раз еще насладиться зомби-пауками. Ага, ну я засяду, ну, в квартиру какую-нибудь и, собственно, подумаю над сюжетом дальнейшим. А сейчас, а ты же сейчас тоже засел в квартире или нет? А, да, на диване засяду. А ты знаешь пословицу про Ивана? Какого? Гамаза? Ты просто видеосос. Есть такая пословица народная, типа, вот ты говоришь, что ты на диване засядешь, а есть такая пословица Иван, Иван окончается на диван. А что делал вот посредине, какой глагол, как ты думаешь? Иван. Нет, Иван это имя твое, а типа Иван, потом идет глагол и потом диван. Вот что Иван делал с диваном? Это в рифму, типа, такая есть пословица Иван, что ТРТ, диван. Вот что это за слово? Иван. Не знаю такой шутки. Это, ну, это типа как, можно в рифму любое слово подставить. Иван, ТРТ, диван, типа. А, Иван пинал диван. Да, да, абсолютно точно. Вот, пожалуйста, ты просто настолько легко разгадал этот коровод, что эту логическую цепочку разбил, что я, ну, у меня просто, ну, я, в принципе, спасибо большое. Так, ладно, двигаемся дальше. А почему, когда мы с тобой стримим, я не увидел ни одной навески на Ютубе? Ну, потому что ее никто не сделал. В смысле никто не сделал? Ее только будут делать? Ну, и нарезку же должны что сделать? Ее должны сделать, правильно? Ну, а я кто-то ее делает? Ну, этим должен был заниматься Алекс, твой менеджер, но видишь, как бы, по итогу он сейчас едет в баню трахаться там с кем-то, а нарезки у нас так и нет, понимаешь? Это далеко не весь материал, который есть. У нас еще тонны материала с Иваном. И если такой формат понравится, и мы наберем 10 тысяч лайков на этом видеоролике, как только мы пробьем 10 тысяч лайков, сразу же выйдет 2, 3, 4, 5, и там много часов контента. Короче, по чату рулетки и не только. Вот поэтому все в ваших руках. Если такой формат понравится, обязательно пишите комментарии. Если понравился формат, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик и вся вот эта дресня. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!